Доброго утра, мальчики мои. Антошка сегодня опять дома остался. Посмотри на меня. От утра какие-то были губы бледные. Афоня, тебе ничего не болит? У него, знаете, почему он не хочет? Дети тут читают книжку. Не читаем, а мы смотрим, мы прочитываем, как это вас зовут. Что это? Там опасно есть. Вот. Желудиты. Желудиты. Это Стасина. Это Грише подарили. Вот это вот мой граффити. крестный. Да, граффити фулс. Мой крестный и Афонина крестная. Да. Смотрите, это там есть. Баба-яга оттуда есть. Опасно написано. Смотрите, какие коровы были. У Гришки первое сочинение. Или нет, это не первое? Не первое. Помнишь, мы писали тоже про Барсика? Его ну писать да, да, надо да. было про... Но это уже у нас посерьезнее, да? Переписываем второй раз. Мама проверила ошибки еще раз на черновик. Он серьезно. В общем, счастливый человек, который сам пошел, затопил печку, подождал, пока нагреется вода, сам помылся и теперь офигенно себя чувствует. Это я. И за 15 минут успела убрать почти всю полку, где у нас постельная. И тут целая гора. Вот буду говорить о Жене, что все это относил родителям в сарай, им все эти тряпочки пригодятся. Вот что получилось. Было забито здесь все просто подчистую. Оставила пледы, одеяло, пледы, постельная, которая ну, типа для гостей, знаете, наволочки, пододеяльники, простыни, детская, ничего не выбрасывала. Здесь подушки, подушки. Подушка, одеяло. Вот эту полку еще не разбирала. Завтра разберу. И не завтра разобрать. Две полки оказались свободны. И та-да-да-да. Вот эту всю гору нужно нам теперь, как это сказать, в общем, отсюда вывести. В общем, этим будет мой муж заниматься. Вот хорошие вещи Коля перебрала. Сейчас все сложу в пакет. Колену отдадим. Поставила подогреваться борщик. На обед доедем борщ. Сейчас уже не должен нам сметанки купить и пампушки с чесноком. Вот лежит у меня этот качанчик капусты огромный, который не влазит в холодильник, вот в отсек для овощей. Поэтому его нужно отчекрыжить и что-то приготовить. Мне, если честно, хочется ленивые голубцы. Прям очень хочется. Сейчас зайду в интернет, посмотрю рецепт. Наверное, на ужин сделаю ленивые голубцы. А! Сейчас. Я принес зеленого лука. В раковину мне клади. Я сейчас все. Давай. А я вот что хотела сказать, что мы уже будем кушать сало, которое я солила в банке. Помните? Вот. Ура! Оно уже вкусное, просолилось и разрезали. Внутри оно уже не красное, а белое соленое сало. С чесноком и с перчиком. Ложки, наверное, давай. Так, и зато у нас еще красота такая, пампушки, лук и сало. Ура, 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 сегодня солнышко. Я так рада. Срочно мыть машину. Я уже не могу на такой грязной ездить. Сейчас буду фотографировать прянички. Не могу налюбоваться на них, они просто волшебные. Да? Давайте, давайте, детки, сейчас поедем, вас подстрижем.
Let's go. А сегодня знаешь, что я очень люблю футбол. Да? Я очень им вовлекаюсь. Все довольные и счастливые идут подстригаться. Разве довольны? Ну, Афоня очень. Вот сюда, сынок, вот сюда первая дверь. Да, пошли. Мам. Молодой человек, ты готов быть красивым? Тебе какую, с полосочками? Угу. Модно? Модно. Иди покажись. Красавчик, красавчик. Тебе нравится, Афось? Конфет уже себе набрал. Можно еще одну. Еще одну можно? Да что ты говоришь? Афоня тут мультики, да, смотрит? Сейчас еще и Гриша. У нас есть один пистон и револьвер. Что же мы будем делать? Правильно, играть в русскую рулетку. Так, ну что, пошлите, молодые люди. Теперь все красавчики. И папа приехал. Сейчас тоже будет красавчик. В общем, все счастливы, да? No. А, ты теперь даже шапку не хочешь одевать? Нет. Потому что у меня ее нет. А где она? Моя дома. Че, вырос, что ли? Прикинь, да. Прикинь, не вижу. Так, Антош, давай же мне ключи. Стой, я первый. Что это? Это зайчик папе принес? Да, на работе. Обалдеть! Ананасик? А? Сегодня да, сегодня Гришки на карате, Антошке сегодня не надо на танцы. Класс, ананасик. По запаху очень даже вкусненький. Это Прудского отдала, вроде и отказывается. Все, я упаковала прянички. Будет одна коробочка для крестной и вот это вот для крестного. Давай, давай, спортивный или какой-то там спортивный клуб? Медведь как? Спортивный клуб, да? А то я все время хочу сказать футбольный клуб. Да. Так, все, поехали. Так, родня к нам приехала. И смотрим, теперь Антоша пошел учить уроки, пока никого не было. Он учит уроки. Все учат уроки, Антоша особенно учит. Там русский, русский получается? Нет. Зоенька, ну-ка покажи. Ой, Боже, какая красавица. Ну, мы сегодня урок по макияжу, да? Моя красавица, ты теперь с макияжем. Давай, как профессиональная модель, вот так взгляд вниз. Чтобы было видно. Вниз. Вот так, вниз, смотри на пол, на носки. Ой, ты боже ты мой, это тут еще двухцветные тени. Угу. А как так получается? Это меня Антош так... Ну, а как это он так делал? Он что, волшебник, что ли? Да. Как вообще это происходит? Что нужно сделать, чтобы так красиво было? Надо сначала другой цвет. Сначала надо один цвет. И другой цвет. И получается красота, да? Да. Когда ты у нас такой модницей успела стать? Мне интересно знать. А? Я без платья, мам. Что? А, без платья? А без платья ты не модница, да? Модница. Все, свободно. Я еду сейчас с Зоей, и она знает эту песню. Представляете? Поет. Больше. Я в шоке от Зои Степановны. Ага. Мы с Григорием в пятерочке зашли, взяли только пол. За яйцами. Зашли купили. Только за яйцами, да. Творог там кефиром. Даже лупа. Как же сложно.
Так. Это называется Гриша Азартный. Гриша купил себе лотерейный билет. А как еще миллион выиграет? Тогда точно вот эти лагеря. Точно. Ты их потратишь на летние лагеря, да? Да это мы на 2 или на 3 смогут. Да. Так, наши покупки сегодня в Пятерочке. Дали опять карточку, дети. Можете с ней играть. Вот. Геркулес купила. Самый обычный, который варить долго. А, так. Купила еще булгур. В пакетах варить было по 40 рублей 39. Афонь, не нужно, пожалуйста, мне такие слова говорить. Афонь. Да, на скотч. Перепутали, да, так, яйца наши любимые, ну, мои, по крайней мере, любимые, 139 рублей стоит 2 десятка. Сливочное масло, Экомилк, 82,5%, и творог был только обезжиренный, взяла его, не знаю, не люблю, люблю 5%. Вот, ну, взяла вот такой вот. Печенье. Дети очень его любят. 25 рублей за две пачки. Третья как будто бы в подарок. С шоколадом. Подсолнечное масло. Самое обычное. А вот Рексу. Здесь кастрюлька. И пачку кефира. Все просили кефир на ночь. Сегодняшний мой вечер заканчивается опять пряничками. Сегодня король лев, цифра 5. Мои дети даже не смотрели король лев, мне кажется, нужно им включить. Это был мой один из любимых мультиков, диск, я помню, у нас был с братом. А вот эти два пряника для набора на 14 февраля, это фон. Завтра буду расписывать их вручную. Чила уже посудомойку, вот эта штука отпадает, ну вернее, она не то чтобы отпадает, ее убираем, чтобы дети не крутили, не переставляли режимы. Вот. Посудомойка работает. Сейчас я еще включу стиралку. И все, пока я буду отдыхать. Эти вещи, как посудомойка и стиральная машина, должны работать, чтобы завтра я уже могла заниматься своими делами. Что еще хотела сказать, что сегодня никакого ужина не готовила. Так хотела ленивые голубцы. Завтра обязательно их приготовлю. У меня был такой выбор, либо поехать подстричь мальчишек, либо готовить ужин. Но я знала, что у нас есть там и немного борща, и еще два разных супчика были в холодильнике. В общем, кто что доест, кто-то поел, Афоня поел яичницу, кто что захотел, поэтому... Как-то так сегодня с ужином, но ничего страшного, зато мальчишки красавчики. Афоня завтра идет уже в детский сад. Я записалась сегодня к врачу, к педиатру, чтобы взять нам справку. В общем, я звонила перед этим, узнала, за сколько дней, когда ветрянка, то есть через сколько дней можно идти в садик. Нам сказали, что вот после того, как прекратились высыпания, они у нас были 3 дня, и через 3 дня, после того, как, в общем, прекратились высыпания, нужно отсчитать 5 дней, и можно идти в детский сад и за справкой, соответственно, сначала. Но мы все-таки подождали, пока смоется на теле зеленка. Некоторые ранки, которые сейчас еще, ну, они, то есть, уже зажившие, все с корочками, но есть несколько на теле, которые... еще как вавки такие, они, но зеленки нет, то есть он уже не пугающего вида. В общем, я все-таки ждала, пока Фоня отмоется от зеленки. Вот так вот. Что еще хотела сказать? Что завтра будут ленивые голубцы от ленивой меня. Вот, так что я сейчас иду спать, сейчас уже 1:30, но это круто. Не знаю почему, но пряники меня манят все с каждым днем все больше и больше. Я прям радуюсь, что я сижу долго и нудно. Вчера с этим крестильным набором, я, конечно, сегодня, когда его паковала, не могла оторвать от него глаз. Он настолько нежный, настолько девчачий. Вот смотришь на эту красоту и понимаешь, что это здорово, это классно что-то делать прекрасное с
создавать это своими руками, потом еще любоваться, получать эстетическое удовольствие. И сегодня мне написала заказчица этих наборов, что это даже лучше, чем она давала в образцы. Ну, то есть она мне дала образцы, сказала сделать примерно такое, но можно добавлять свое, то есть не точно такое же. Так что там крестик я немного изменила, сделала более ажурным, там он был прям такой с острыми углами, просто крестик. Вот, я, в общем, в восторге. И еще звонит мне сегодня заказчица на пряники из Динской и говорит, что на Новый год и на День матери я делала на весь класс пряники. Она говорит, что вот наш ребенок принес, старший, я так поняла, а младший их съел. И она говорит, я даже не поняла, не успела попробовать, но ребенок съел, сказал, что очень вкусно, и что... Я когда испекла, нашла в интернете рецепт пряников с чем-то, с добавлением цедры. И я испекла их, а дети не стали это есть, сказали, что ешь ты эти пряники сама, поэтому я теперь хочу на 23-е заказать такие же пряники детям. Вот, я очень счастлива, что они не только красивые, но и вкусные. Вот, и это даже самое главное, мне кажется. Что еще? И все, спать. А то сейчас начну зевать, потому что уже почти 2 часа ночи. Все, пока.